Скалы. Лед. Восхождение. Петзль усовершенствовал 4 страховочные системы для скалолазания, добавив новые элементы для обеспечения комфорта и максимальных достижений на любом рельефе. Мужская обвязка «Сама» — образец скалолазной беседки. Обвязка «Аджама» с регулируемыми ножными обхватами создана для альпинизма и ледолазания. Две женские обвязки «Селена» и «Луна» с регулируемыми ножными обхватами разработаны специально для женской фигуры. Расстояние между обхватами и поясным ремнем увеличено. А конструкция ремня учитывает особенности строения женской талии и поясницы. Все эти обвязки имеют одну особенность – поясной ремень улучшенной конструкции. Он шире по бокам, что гарантирует дополнительный комфорт и надежность, и уже в передней и задней части, что обеспечивает максимальную свободу движений. Поясной ремень и ножные обхваты изготовлены с применением технологии EndoFrame. Внутренние ремни продублированы, обеспечивая равномерное распределение веса. Это очень важно при страховке со станцией, работе над маршрутом и при срыве. Плоский верхний шов на внутренней части беседки и сетчатая дышащая подкладка обеспечивают комфорт и уменьшают сдавливание. Новые пряжки из анодированного алюминия Double Back Light застегиваются легко и надежно и не требуют обратного хода. Точка крепления особенно подвержена истиранию о веревку, поэтому она выполнена из износоустойчивого волокна Dyneema. 4 разгрузочные петли позволяют повесить большое количество снаряжения, от нескольких оттяжек до полного комплекта железа для тредового лазанья. 2 жесткие фронтальные петли обеспечивают простой и быстрый доступ к снаряжению, а задние петли из мягкого материала не мешают, когда на вас надет рюкзак. Какие бы задачи перед вами ни стояли, пролезть скальный маршрут, покорить вершину или пройти снежный кулуар, у Петзль есть для вас подходящая страховочная система. Обвязки Петзль – это комфорт и эффективность.